Я не учил в Одессе уже порядка 2.5 года. Раньше я чаще приезжал, но после того, как мы начали программу Кадиму, я стал реже. Но я очень рад быть здесь сегодня с вами. Лидерский состав нашей общины попросил написать его новый курс. So this is a course that I have never taught before. Но это такой курс, о котором я никогда не учил. And dealing with a subject in a new kind of way than I've ever dealt with it before. И работая с этой темой по-новому. And so the name of our course is Salvation in Judaism and in the Brit Chadasha. И название нашего курса — это «Спасение в иудаизме и Новом Завете». So the question was put to me, can you put together a course for us? Вопрос был, можете ли нам преподать курс? That examines the whole concept of salvation from a traditional Jewish point of view. Который исследует концепцию спасения с еврейской точки зрения. As compared to what is really taught in the Brit Chadasha. И в сравнении с тем, что учит Новый Завет. And what is embraced by messianic Judaism. И то, что воспринимает мессианский иудаизм. Well, you really got me wired up here, Valentin. I feel like I should do a surgery. Такое ощущение, что он находится в этой на операции, будет делать операцию. Okay. All right. Thank. Yeah. Try to fix me, would you? Да. Okay. Good. That's better. Да, это лучше, спасибо. Right, просто оставайся там, пока ты мне не понадобишься. Okay. So, last night coming back from Treblinka. В прошлый вечер, когда я вернулся с лагеря Треблинки. I was escorted out to Treblinka by a lady that you know. Анна Шейнога. Меня сопровождала женщина, которую вы знаете, Анна Шейнога. And we had a special driver who took us out to Treblinka and back. И у нас был такой особенный также водитель, который нас туда отвез и обратно. And after dropping her off in the evening, then he and I rode together to the college there. И после того мы вернулись в колледж. And he was asking me different kinds of questions, but I shared with him. И этот мужчина задавал мне несколькие вопросы, и я поделился с ним. Я в еврейском служении уже 49 лет. So I have a lot of, questions that I've been struggling with, working with all through the years. И вы понимаете, что у меня есть такие вопросы, с которыми я страдал или проработал в течение этих лет. Lots of different kinds of experience. Очень много разного опыта. And but one thing I told him last night, one thing that I have done is asked Jewish people for decades. И то, что я ему сказал вчера вечером, что я просил евреев в течение десятилетий. I don't know how many Jewish people I've asked this question. Я не знаю, сколько евреев я спросил этот вопрос. But where are you going to spend eternity? Но я задавал вопрос, где ты собираешься провести свою вечность? After you die, where are you going to go? После смерти куда ты пойдешь? Are you going to have a good, a happy experience or a very bad experience after death? Собираешь ли ты иметь такой счастливый, хороший опыт или не, или плохой? And I can't tell you how many Jewish people. И я не могу сказать вам, сколько много евреев. Have said, I never thought about that before. Я не могу сказать, сколько много евреев отвечали. Я никогда не думал об этом. I mean, these were people 50, 60, 70 years of age. И это были люди 50-70 лет возраста. And the thought never crossed their mind before. И они не задавали себе такой вопрос. Now most people that come out of some kind of a Christianized background. А те люди, которые имели какой-то христианский опыт. Protestant, Catholic. Протестанты, католики. Orthodox.
православные. From the time people are little children. С того времени, когда они были еще маленькими. They're worried about going to hell. Они беспокоились о том, чтобы не пойти в ад. They want to make sure they don't go to hell. Они хотели убедиться, что они не пойдут в ад. It's part of the consciousness of the culture. Это часть такого сознания культуры. But it's not so in the Jewish world. Но это не так в еврейском мире. There is not this kind of concern or fear about where life is going to lead in the hereafter. И нет такого страха или убеждения о том, какая будет жизнь после смерти. So my driver last night was very surprised by this. И водитель вчера, он был удивлен очень сильно этим. Because he had this idea somehow that the Jewish people have their own way of salvation. Потому что у него была такая идея, что евреи имеют только одну такую концепцию спасения. And they have their own relationship with God. У них есть такие собственные отношения с Богом. And while we have Yeshua, they have Moses. Да, у нас есть Иешуа, у них есть Моисей. And so basically Judaism is just another denomination. Как бы иудаизм это как бы другая деноминация. And it basically you know, it believes or embraces the same hopes. И их вера, она состоит на тех же надеждах. But it wants to come through a different vehicle. Но они имеют доступ через другое средство. But this is not so. Но это не так. And so this course now is really going to be devoted initially to looking at what Judaism teaches about salvation. И этот курс покажет, что иудаизм вначале, о чем он учил. So I'm hoping by the time we finish this week. Я надеюсь, что ко времени, когда мы закончим на этой неделе. That we'll have a well-rounded understanding of salvation. У вас будет такое всеобширное понимание спасения. As is embraced in the Hebrew Bible. Так как она проявляется в еврейской Библии. As well as in Judaism. И также как и в иудаизме. That we will recognize Yeshua from the earliest moments of the creation. Что мы будем видеть Иешуа от первых времен творения. Has had this central position as King Redeemer. Как такого царственного искупителя. And he sits on the eternal throne. Который будет сидеть на вечном троне. We want to portray the Creator's resolve to effect redemption. Мы хотим увидеть картину искупления. Of the created order of mankind and the universe. Который сделал Творец человечеству во Вселенной. Through the eternally beneficial efforts of Yeshua. Через вечное жертвоприношение и привилегию Иешуа. And we'll understand who Yeshua is and what he means to Israel. И мы будем понимать, кто такой, кем был Иешуа и что он значил для Израиля. What Yeshua means to the nations. Что Иешуа означает для народов. What he means to the heavenlies. Что он означает для умерших. And to every transformed believer. И для любых верующих. So the course is really two parts. И курс состоит из двух частей. We will try tonight and tomorrow night. Мы будем пытаться сегодня вечером и завтра вечером. To really look at the Judaism concept of salvation. Мы будем смотреть на иудейскую концепцию спасения. And then we will move into the New Covenant understanding of salvation. А потом мы перейдем к пониманию новозаветной концепции спасения. And what does it mean to be saved? И что же означает быть спасенным? I have to tell you, in Judaism, it means something completely different than it does to us. А я хочу вам сказать, что в иудаизме это значение полностью отличается от того, что мы имеем. So part one will be salvation in the Hebrew Bible. И первая часть будет называться спасение в Танахе. And then part two, messianic salvation. И вторая это мессианское спасение. Now our part in messianic salvation is much longer. И часть вторая она намного длиннее. But I don't think we're going to get through the whole of everything I have for you. Я не думаю, что мы пройдем через все то, что тот материал, который у меня есть для вас. But we are going to have a syllabus for you. Но у нас будет для вас syllabus. That will lay out everything that we're doing in the course. И в нем будет все, что есть в курсе.
even the things we don't get to. И даже то, что мы не рассмотрим. And for every category we're going to have the scripture references. И для каждого пункта у нас будет место писания. So whereas we may not read every scripture in class because of the shortness of time. И по той причине, что мы не имеем достаточно времени, чтобы прочитать все места писания. You still will have the biblical references to be able to look up later. У вас будут места писания, чтобы рассмотреть их позже. Because it's very important that that we're persuaded that what we're teaching, what we believe is really the word of God. Потому что очень важно, чтобы то, что мы верим и то, что мы читаем или точнее учим, оно было на основании слова Божьего. Okay, so before we jump into part one, is there any question at all? Перед тем, как мы перейдём к части номер один, есть ли какие-то вопросы? No, the answer is no. Okay. All right, fine. Let's launch into our topic then. Part one. Salvation in the Hebrew Bible. Давайте начнем. Часть номер один. Спасение в Танахе. Или в еврейской Библии. Это одно и то же. Now it's important to understand that in the Hebrew Bible, очень важно понимать, что в Танахе, буду говорить так, salvation is not a technical theological term. Нужно понимать, что термин спасение – это не технический богословский термин. But salvation in the Hebrew Bible simply means deliverance. Но спасение в Танахе по-простому означает освобождение. And those the forms of deliverance can take many different shapes. И спасение может выглядеть совсем по-разному. And so we're going to look at some of these now. И давайте мы рассмотрим некоторые из них. For example, the Hebrews. When I say the Hebrew Bible, what am I talking about? Когда я говорю еврейская Библия, если буквально, о чем я говорю? Тора, Невиим, and Китувим. Yeah. Yes. We're talking about the law, the prophets, and the writings. We're talking about the Old Testament, basically. Мы говорим о Торе, Невиим и Китувим, о Торе, Писаниях и Пророках. Мы говорим о всем, как бы в Ветхом Завете, как мы также называем. We're talking about the revelation that God has given. Мы говорим о том откровении, которое Бог дал. Up to about 400 years before the time of Yeshua. До 400-х век перед Иешуа. And then we will see also, I think during this week, there was this interim period in which there was no revelation. И также мы будем рассматривать тот период такой межзаветный, когда не было откровения. And then we see with the coming of Yeshua there is revelation again from God. И потом мы увидим, что после пришествия Иешуа было откровение от Бога. But the salvation we're talking about now is the salvation is found in the Hebrew Bible. Но о том спасении, которое мы сейчас говорим, мы говорим, которое мы видим в Танахе, в Ветхом Завете. Now, for example, we see that in the Hebrews considered salvation. Например, мы видим, как евреи рассматривают спасение. To be long life in a prosperous promised land. Что будет длинная жизнь в такой процветающей обещанной земле. Oh God, save me. О Боже, спаси меня. Give me a long life. Дай мне длинную жизнь. This is the concept of salvation that I should live to be old. И это такая концепция спасения, что я должен быть жить, когда я буду уже старым. And not only that, but living in the promised land. Но не только это, но и жить, когда в обетованной земле. And it was important to realize that salvation was really not a personal matter at all. И также нужно сейчас понимать, что спасение не было таким личным. In the Hebrew Bible, salvation is really a national experience. В Танахе спасение это такое народное понятие. It'd be like you praying, God save Ukraine from Russia. Например, вы молитесь: Боже, спаси Украину от России. Yeah? National salvation. Это национальное, народное спасение. You're not praying to be born again or to have your sins forgiven. Вы не молитесь, чтобы родиться снова свыше или чтобы ваши грехи были прощены. God save the nation. Бог, спаси народ. So this is the concept of salvation in the Hebrew Bible, the salvation of Israel. Вот это понятие спасения в Танахе, спасение Израиля. Now the scriptural reference you can see there is Deuteronomy chapter 28. И местописание, которое мы здесь видим, это Второзаконие, 28 глава.
And the first 14 verses there. И первые 14 стихов. Really, if you remember Deuteronomy 28. Если вы действительно помните Второзаконие 28. This Deuteronomy, of course, is the second giving of the law. Это второй раз, когда был дан закон. Deuteronomy is Deuteros Nomos, second law. Буквально второй закон. And it's when Moses repeats everything because the children of Israel now are to go into the promised land. Потому что тогда, когда Моисей повторил закон, когда народ собирался входить в землю. And the chief concern is now as we create a nation. И мы видим, что есть создание народа, создание на Израиля. How are we going to sustain that nation? Как мы будем удерживать или этот народ? How is it going to be protected from its enemies? Как он будет защищен от их врагов? How is it going to be preserved in terms of its economy? Как он будет строить свою экономику? How will it be protected against disease? Как он будет выступать против врагов? How will it foster patriotism? Как он будет foster patriotism? It means create patriotism. Support for the nation. Когда как он будет получать поддержку от народа? Enthusiasm for the nation. Mm-hmm. So in Deuteronomy 28. Во Второзаконе 28. God tells the people very clearly. Бог говорит очень ясно народу. I have given you a constitution and bylaws. В основном Бог говорит, что я в принципе я вам дал закон с закон. When God brought Israel out of Egypt, когда Бог вывел Израиль из Египта, they were a slave nation. Они были рабами. They didn't know about how to govern themselves. Они не знали, как строить взаимоотношения между собой. They didn't know about commercial laws. Они не знали о таких предприимчивых законах. They didn't know about agriculture in the Holy Land. Они не знали о сельскохозяйственной культуре. Or having their own legal system, или как иметь правовую систему, or even knowing how to worship God, или даже не знали, как поклоняться Богу. I mean, they were ignorant slaves. Они были полноценными рабами. So when they come out of Egypt, what does God do? И что же Бог сделал, когда они вышли из Египта? He gives them a constitution and bylaws. Он дал им конституцию с законами. Which is what we call the Torah. То, что мы называем Торой. And the Torah it takes into consideration all these things. И Тора она рассматривает все эти вещи. Not only the worship of God. Не только поклонение Богу. But how to set up real estate boundaries. Но как устанавливать границы между коленами? How to build an army. Как строить армию? How to worship God. Как поклоняться Богу? Marital practices. Также как делать брачные союзы. Even having to do with divorce. Даже как вести с разводом. All these kinds of matters are included in the national constitution and bylaws. И все вот эти вопросы состояли в национальной конституции с законами. Which God gave to Israel to help the people have a sense of how to create a nation. Да, который Бог дал народу, чтобы со смыслом, чтобы сотворить народ и чтобы поддерживать народ. Потому что если у них не было бы таких направляющих линий, они бы не знали, как с этим справляться. Но также Бог, Он определил очень сильно праведность. Потому что если народ не упражняется в праведности или не делает правосудие, будет такой народ, который страдает все время и распадается. И народ, который не заботится о своей кухне, о том, что он ест. If it doesn't protect its water supply, также закон он обеспечивает обеспечение воды. Then the people can suffer from disease. Чтобы люди не страдали от болезни. И чтобы вот эти враги не могли разрушить народ. Поэтому Бог, Он дал такие направляющие во всех этих вопросах. And then He says, if you keep my
Тора, и потом он говорит, если будете исполнять мою Тору, bylaws, если будете жить согласно моей конституции и законов, exactly here, если вы сделаете все то, что я вам сказал здесь, law, будете исполнять закон, your nation will prosper. Ваш народ будет процветать. Your nation will be strong. Будет, народ будет сильным. It will survive calamity. Он будет выживать в... You'll be protected against your enemies. Будет проблема, будет выходить против врагов. No plague will come upon you. Никакой враг не выйдет против вас. You will have abundance of food and water. У вас будет преизбыток еды и воды. And so the Torah was given to Israel to help Israel survive as a nation. И Тора дана была Израилю для того, чтобы он выжил как народ. And the keeping of Torah then would bring national salvation. И исполнение Торы приведет к национальному народному спасению. And so when the Hebrews are thinking about salvation as a long life in the promised land, и когда евреи рассматривают спасение как длительную жизнь в благополучной земле, they're thinking of God's great blessings that he gives in Deuteronomy chapter 28, the first 14 verses. Они думают о тех вещах, которых Бог сказал во Второзаконе, 28 глава, первые 14 стихов. The second element of salvation, второй элемент спасения, was in the Hebrew Bible was residing in a land flowing with milk and honey. Второй элемент спасения — это проживание в земле, где течет молоко и мед. О, Боже, спаси нас. Prosper us. Сделай, чтобы мы процветали. Let it be a land flowing with milk and honey. Пускай в земле будет течь молоко и мед. So there be not abundant agriculture. Чтобы была такая успешная агрокультура. But the flocks also would be abundant. Но пускай также урожаи не будут процветающими. We would not only have fruits and vegetables. Чтобы у нас не были достаточно фруктов, milk and cheese, фруктов, yes, и овощей, но также и молока и сыра. A land flowing with milk and honey. Чтобы в земле молоко и мед текло. Also with angelic protection. Но также с такой ангельской защитой. Send your angels to guard us and protect us. Пошли своих ангелов, чтобы защищать нас и направлять. Our enemies will come against us, but stand up against them, Lord. Когда враг будет идти против нас, стой вместе с нами. Protect us from our enemy. Защити нас от врага. And give us access to God. И дай нам доступ к Богу. Don't hide your face from us. Не прячь свое лицо от нас. As a nation, we want to be able to call upon your name. Как народ, мы хотим призывать твое имя. And experience your salvation. И переживать твое спасение. So salvation is residing in a land flowing with milk and honey. Поэтому спасение, оно это проживание в земле, где течет молоко и мед. With angelic protection. С ангельской защитой. And access to God. И доступом к Богу. Now, thirdly. И в третье. Salvation was the giver of happiness. Спасение это было тот, кто давал радость. God, make us happy. Бог, сделай нас счастливыми. We want to be happy people. Мы хотим быть счастливым народом. We want to have all of your greatest blessings that you've prepared for Israel. Мы хотим иметь все вот эти величественные благословения, которые ты приготовил Израилю. Save our nation, God. Спаси наш народ, Боже. And make us happy. И сделай нас счастливыми. Fourthly. Четвертое. Salvation in the Hebrew Bible can only come. Спасение в Танахе могло только прийти. It can only become an earthly reality. Могло стать такой земной реальностью. When it is characterized by God's righteousness. Когда она называлась или определялась Божьей праведностью. Now I am as I'm going through these notes now, I'm giving you the basic points. I'm not giving you all the biblical references that support these points. А когда мы сейчас идем через эту тему, я даю вам основные пункты, но не проговариваю все места Писания. However, they will be on the syllabus that you receive. Но они будут в силлабусе, который вы получите завтра. So hopefully we'll have for the first part at least, we'll have the translation or the syllabus tomorrow. По первой части силлабуса у нас будет переведено на завтра. And so I'm not going to try to give you
Well, that was Judges chapter 4, verses 22 to 28. И поэтому я не хочу вам проговорить, что это было Судьев, там, 4 глава, с 1 по 28 стих. Because we'll never quite get that right, and it'll have to be repeated five times. Потому что вы не с первого раза не услышите, нужно будет несколько раз повторить. So we have everything in the syllabus, yes? И у нас есть все в силлабусе. So I'm just giving you the main points and the verses you'll be able to have tomorrow. И я вам даю основные стихи, и а местописание вы получите завтра. So, salvation can only be available in the midst of God's righteousness. И спасение могло быть доступным, возможно, в Божьей праведности. How important is righteousness to God? Насколько важна праведность перед Богом? What did Yeshua say? Что Иешуа сказал? In Matthew 6:33. В Матфея 6:33. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness. Ищите Царство Небесного и его праведности. What is sin? Что такое грех? It's the defiance of God's righteousness. Это то, что разрушает Божью праведность. And how righteous is God? Насколько Бог праведен? He's altogether righteous. Он всегда везде праведен. When he forgives us of sin and we're born again, когда он прощает наш грех и мы рождаемся снова, he justifies us or makes us righteous. Он нас оправдывает, он делает нас праведными. When we are buried with him and brought up again from baptism to resurrection, когда мы проходим крещение и это как мы являемся воскрешенными, we are raised to new life. Why? Мы воскрешены к новой жизни. Почему? So that we can do righteousness. Чтобы мы могли жить праведно. Righteousness is of utmost importance to God. Праведность, она очень важна, предельно важна для Бога. And a civilization like Israel, и народ, цивилизация, как Израиль, that is not practicing righteousness in the Bible, не видно, чтобы, like again, is not practicing righteousness. Они не практикуют праведность. It's not living up to the righteousness of God as revealed in the Hebrew Bible. Как это открыто в Танахе. Is then a nation that is not experiencing God's salvation. Это как народ, который переживает Божье спасение. You cannot divorce salvation and righteousness. Вы даже не можете различить спасение и праведность. Any more than you can separate faith and faithfulness. Так же, как и разделить вера и верность. Это идет вместе. And so, if Israel wants salvation, then it must also engage in God's standard of righteousness. И если Израиль хотел получить спасение, им нужно было соответствовать стандартам праведности. Now I want to give you several Hebrew words for salvation. Я хочу вам дать несколько слов на иврите, которые означают спасение. So you might want to take note of these. If you can write them in Hebrew, I suggest you do that. Если вы напишите их на иврите, я вам рекомендую это сделать. We don't have a chalkboard or whiteboard or anything like that in here. Mm-hmm. So I'll just have to depend upon your knowledge of Hebrew. Это все зависит от вашего знания иврита, как вы запишете. Yes, okay. All right. The first word that I want to point out to you. Первое слово, которое хочу вам предложить. Is the word Ga'al. Ga'al. Go ahead and write it down. Просто запишите Ga'al. 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 And this simply means not just salvation, не только спасение, but deliverance, но освобождение, or ransom, или успокоение, or rescue, или также спасение. It means to redeem or to deliver. И это искупление или высвобождение. To buy someone out of slavery. Искупать кого-то из рабства. You save them. Вы спасаете его. Buy them out of slavery. Вы искупаете из рабства. And this is a legal term in Hebrew. И это такой правовой термин в Библии. Sometimes it is used like in Leviticus 25. Иногда он используется как в Левитам 25. It deals with the redemption of family property. И как идет речь о искуплении собственности семьи. If family property has been taken for some reason, когда по какой-то причине что-то было убрано у семьи, like a car is stolen or something, например, как корова, которая была украдена, then there is a way to redeem it, to rescue it, to get it back. И потом идет искупление или возвращение ее обратно. That is Ga'al. Это Ga'al. And in chapter 25 of Leviticus,
И в 25 главе Левитам. It also speaks of saving or ransoming houses. Также идет о спасении или искуплении домов. Or even relatives who were in difficulty. И даже о родственниках, которые в сложностях. One of your relatives is about to be taken by the authorities because of debt. Когда ваши родственники были убраны властями из-за смерти. And they're going to be put in a prison or sent to a labor camp or something because they're in debt. Потом, когда они были помещены в тюрьму или еще по какое-то место по какой-то причине. And then you come to the rescue, yes? И потом вы приходите, чтобы спасать их. You put up the money to save them from going to prison. И вы представляете деньги, чтобы спасти их от тюрьмы. So they have experienced now salvation from prison. И у них есть теперь такой опыт спасения от тюрьмы. Second Hebrew verb. Второе слово на иврите. Is the word yasha. 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 This means to come to someone's aid. Приходить кому-то на помощь. But it also means you're on the receiving end of this. И также в получении ее. Someone has come to your aid. Кто-то пришел к вам на помощь. Someone has rescued you. Кто-то вас спас. This is Yasha. Это Yasha. Number three. Номер три. Yeshua. 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 Now this is not Yeshua. Это не Yeshua. It's a different word. Это разные слова. Yeshua is a name. Yeshua это имя. The name means salvation. Имя, которое означает спасение. But you know, this is why he is called Yeshua. Вот поэтому его названо Yeshua. Because he will save his people from their sins. Потому что он спасает народ от греха. But the Hebrew word for salvation is Yeshua. Но слово на иврите для спасения это Yeshua. Yeah. You will call his name Yeshua. Вы назовете его Yeshua. Because he will Yeshua. Потому что он будет Yeshua. He will save his people from their sins. Он спасет народ от их грехов. So this means not only salvation, but also prosperity. Но не только спасение это слово означает, но также и процветание. It means dwelling in safety. Это означает проживание в безопасности. We're not worried about our enemies coming in and harming us. Мы не переживаем о том, что придет враг, и он будет нападать на нас. Because we're experiencing God's salvation. Потому что мы переживаем, находимся в Божьем спасении. We're not worried about going hungry. Мы не будем беспокоиться, что мы будем голодными. Or famines. Или famines. No food. Когда не будет еды у нас. Because we are saved. Потому что мы спасены. God has saved the nation and given us abundant food. Потому что Бог, Он спас нас от народов и дал нам преизбыток еды. And so He has helped us. Он помог нам. He has liberated us. Он освободил нас. And so Yeshua has to do with bringing help to people. Yeshua, оно означает, что принести помощь людям. Who are in the midst of difficulties? Которые находятся посреди тут сложностей. And then delivering them from their troubles. И оно освобождает их от их проблем. So God give us salvation. Поэтому Бог дал нам спасение. Bring the nation out of this calamity that awaits us. Чтобы провести народы через эти трудности, которые есть между нами. So, for example, in the book of Judges. Например, в книге Судей. We see many of the judges who save Israel against foreign invaders. Мы видим много судей, которые спасают Израиль от племен, которые нападали. And the military deliverance that they experience is seen as the work of God. И то военное освобождение, которое они осуществляли, видно как работа Божья. So the rescuing of victims from oppression. Итак, спасение жертв от давления. Saving a nation from having to go into exile. Спасение народа от изгнания. Salvation by abundant food supply. Спасение тем, что преизбыток еды. To avoid starvation. Чтобы избежать голод. So also Zion's salvation. Также спасение Сиона. So we see in Isaiah chapter 62:1. То, что мы видим в Исаии 62:1. Her Yeshua. Он Yeshua. Is her vindication before the balance of mankind. Это доказательство перед таким балансом в человечестве. Now, we know that in today's world,
Мы знаем, в сегодняшнем мире мы живем в том мире, который очень гостеприимен к Израилю. Really, мы знаем, что ООН, оно такой враг Израиля. Израиль живет по соседству с такими странными врагами. И таких также исламских с джихадом стран. Here salvation and not to mention all the antisemitism now. Но спасение также мы не упомянули еще также антисемитизм. Have you been following the growth of antisemitism around the world now? Замечаете ли вы рост антисемитизма по миру? It's as strong today as it was in the 1930s. Он намного сильнее, чем в 40-х годах, 30-х, 40-х. It is prolific and as spread as it was in the 1930s. Он так распространяется, что так, как и в 30-х, 40-х годах. And there's a growing fear that it could return to what it was in the 1940s. И есть такой страх, что вернется то, что было в 30-х, 40-х. When I was a kid, you know, when I was a young man, когда я был молодым человеком, еще ребенком, it was really inconceivable that antisemitism would ever return. Мы даже не был, никто не думал, что антисемитизм может вернуться. Мы все знали о Голокосте и таких смертных лагерях. И было такое очень ужасное понимание, что мир точно получил из этого урок. Но мы живем в мире сегодня, который пошел в круг и вернулся к тому, где был. Но мы живем в том мире, который сейчас прошел по кругу и вернулся к тому, с чего начиналось. Но спасение Сиона, это то, что он, это спасение, которое доказывает Бога перед народами. Когда Бог приходит, чтобы спасти свой народ. И он в основном, как буквально, атакует народы, которые против Израиля. And this salvation is like drinking deep of water when one is so thirsty. Drinking deep of the water. И это спасение подобно тому, чтобы когда ты очень жаждешь пить, и ты пьешь воду, которое приносит тебе удовлетворение, такую большую радость для тех, кто очень долго ждал освобождения. All right, I saw a sign about 6 minutes ago that said I had 5 minutes. Да, я видел знак, что 6 минут назад, что у меня есть 5 минут. Okay, so I guess we take a 15-minute break. Yes, у нас 15-минутный перерыв. Okay, we will come back.